Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале «Атмосфера счастья». Я вас всех очень рада видеть у себя в гостях, приветствовать. Сегодня у нас будет офигенное видео, потому что сегодня вас ждут офигенные покупки. В общем, я настолько довольна, я настолько в восторге. Это будут потрясающие, это будут космические, это будут, ну, короче, суперские покупки. Очень много новинок, я вообще обалдела, когда я пришла в Fix Price и увидела все новинки. И, кстати говоря, меня часто спрашивают по поводу адреса, где я покупала. Улица Рябинина, дом 33, находится этот магазин в городе Ишкар-Ола. Ну, собственно, там же, где я. Ну и давайте скорее начнем с моих покупок, потому что пока вот у меня такое настроение приподнятое и очень-очень радостное. Первое, что я, конечно же, сразу схватила, и я на самом деле, я знала, что если вот эти суккуленты будут в нашем фикс-прайсе, я их обязательно куплю. Было 3, может быть, даже 4 вида. Вот этот вариант мне понравился больше всего. Настолько реалистично он выглядит, так аккуратно все выполнено. Называется это декорация «Цветы в горшочке». Я думаю, что многие уже видели вот эту новинку. Она не так давно появилась, но разлетелась прям только так, потому что выглядит классно, стоит недорого, 199 рублей. Я буду использовать, конечно же, для чего? Для фона видео, потому что все вот всякие разные прибамбасы из Fix Price очень здорово вписываются, особенно если у вас белые стены. Посмотрите, даже вот этот горшочек, если поставить, он выглядит классно. Ну и, в принципе, можно несколько таких горшочков купить и сделать красивую композицию. Мне очень понравилось, как приклеены камушки. Вот даже если придираться и близко-близко смотреть, нет ни одного свободного миллиметра. В каждом миллиметре всунут какой-нибудь камушек, и выглядит это действительно реалистично, очень похоже на настоящие цветы. И на самом деле, когда я в новинках увидела вот эти цветы, тоже думала, что они должны быть настоящими. В общем, класс, я очень довольна, суперская новинка, так что вам тоже рекомендую, если вы что-то подобное искали. Следующая обалденнейшая новинка и покупка — это часы настенные, 25 сантиметров диаметр, батарейки АА в комплект не входит. Давайте я вам покажу. Конечно же, изготовлено в Китае, но сами часы за стоимость 199 рублей, ну 200 рублей, грубо говоря, на мой взгляд, они вообще потрясающие за такую стоимость. Если они, конечно, не ходят очень громко. Иногда часы из Fix Price этим грешат. Вот таким образом выглядят часы. Согласитесь, они выглядят очень стильно, классно. Мне нравится циферблат. То, что цифры здесь разных размеров. Я выбрала специально золотисто-белый дизайн, потому что он больше всего, как мне показалось, подходит в нашу квартиру. И в спальню можно, и... Нет, наверное, в спальню не буду, потому что будет громко. И в тамбур куда-то, и в прихожую, и на кухню, и в зал, в общем, да, куда угодно. Классные вот такие вот металлические стрелки, металлические, я так понимаю, цифры, и выглядит очень аккуратно, красиво. Единственное, посмотрите, здесь есть вот такая неприятность. Никак нельзя было часы вот эти проверить, потому что они же находятся в коробке, но вот такие сюрпризы вас тоже могут ожидать, имейте это в виду. Но я думаю, что ничего страшного. Часы, в принципе, да, самые обычные, работают от батареек. Есть, конечно же, отверстие для того, чтобы повесить их на стену. Руководство по эксплуатации как будто распечатали где-то просто в подвале. Интересно. Ну ладно, все. Я на самом деле довольна. Даже если они громко ходят, в зале повесим, и будет несчастье. Для часов как раз-таки на всякий пожарный я прикупила алкалиновые батарейки. Как раз-таки размер АА, стоимость 50 рублей. 4 здесь батарейки. Они, конечно, недолго служат, если их ставить куда-то на детские игрушки, допустим, да, то, что требует много энергии, а для часов это самый самолет. Следующая обалденнейшая покупка — это горшок для цветов стоимостью 199 рублей. Я купила 2 одинаковых горшка. Согласитесь, они тоже очень стильно выглядят. Они очень-очень тяжелые пластиковые горшки, кашпо для цветов. В магазине Fix Price тоже есть. Вот в таком дизайне были тоже разноцветные, пудровый такой нежно-розовый цвет, бежевый. Я выбрала цвет белый. Мне кажется, что это самый стильный, такой классный, универсальный цвет. В общем, решила я спасти наш замиакулькас, который забрался на тот свет. Мы их решили разделить и переставить на 2 горшка. И вот такие вот классные горшки большого объема. Я вам
сейчас покажу, кстати говоря, да, их описание. Здесь, видите, внутри есть отверстие небольшое для поддона. А поддон, кстати, в комплект не входит. Поддона не было. А может быть, я снова не взяла просто с собой. Я постоянно, знаете, то контейнеры покупаю в магазине Fix Price, а крышку оставляю, то кашпо покупаю, а поддон не беру с собой. Короче, горшок этот сделан из доломита. Конечно же, произведено в Китае. И размер здесь почему-то не указан. Ну, в общем, да, довольно-таки большой размер, такой хороший. И грунт я, кстати, тоже купила. Стоимость 50 рублей или 55 рублей. Сейчас покажу. Грунт универсальный. 10 литров. Стоимость 50 рублей всего лишь. Цена замечательная. Мы такой грунт покупали для того, чтобы посадить и огурцы сажали, и какую-то зелень. Кстати, скоро будем урожай снимать огурцов. Я вам во влоге обязательно покажу. Еще будем подкормку делать огурцам. Может быть, до осени еще посадить огурцы. Посмотрим, как думаете, они еще успеют созреть или нет. В общем, разговоры о насущном. Так, горшки я вам показала. Еще из интересного, классного, красивого, это, конечно же, вот такой светильничек. Очень красивая вещь, декоративный LED-светильник Home. Это новинка. Работает он на батарейках 3АА. В комплект они не входят. В общем, очень круто выглядит. Я, может быть, где-то даже в обзорах видела, либо на страничке у Fix Price видела. Посмотрите, вот такое у него описание. Сделан он, на мой взгляд, нереально стильно. Расцветка, посмотрите, цвета такие, да, цвет дерева, цвет слоновой кости, белый, очень красивое сочетание. Я подумала, что я этот светильник смогу использовать как для фона в видео, так и, в принципе, украсить полочку у нас в тамбуре. Очень классно она сделана, прям такая аккуратная-аккуратная, за стоимость 199 рублей. Мне кажется, это супер крутое приобретение, вообще она очень классная. Я обязательно вставлю батарейки и покажу вам, как она работает. Пахнет, кстати говоря, фанерой. Сделан, кстати говоря, этот светильник из МДФ, плюс еще LED-лампы, ну, самые обычные. Огромное количество, кстати, светильников было, плюс еще светильники с ламой, светильники с птичками, как их там зовут. В общем, много разных вариантов. Мне этот понравился больше всего. Он классный. И еще крутейшая новинка. Девчонки, это вы мне писали, и я только поэтому обратила внимание, решила посмотреть вешалки для брюк и юбок. Вы мне под предыдущим моим обзором писали, что есть там для брюк еще более удобные вешалки. Для брюк и для юбок стоимостью 99 рублей. Посмотрите, вот так вот выглядит. Я думаю, что действительно это должно быть очень удобно. Состав окрашенная нержавеющая сталь. То есть точно чувствуется, что это не пластик, потому что вешалка довольно-таки тяжелая. 99 рублей, сюда поместится несколько джинс, и места будет много не занимать в одной вертикали. Вообще супер, по-моему. Еще, вау, следующее, то, что я вам покажу, это я вообще настолько довольна. Я все-таки надеюсь, что наступит жара, наступит тепло, и мы наконец-то поедем загорать. И специально для песочка я Соню купила, посмотрите, какие крутейшие сабо. Сабо или босоножки, как они правильно называются, стоимость 199 рублей, да, 200 рублей. Производитель, кстати говоря, это Россия. Размер я для Сонечки взяла 26. Конечно, в идеале бы 27 взять, я надеюсь, что ей они подойдут. Но если ей не подойдут, то Сашеньке моя останется. В принципе, тут, да, невелика беда. На мой взгляд, это очень выгодная и очень классная покупка. Такие обычные резиновые, да, сабо. Если посмотреть состав, то это у нас полимерный материал EVA, перфорированная подошва, плюс еще здесь очень много дырочек, таких отверстий для того, чтобы ножки все-таки дышали. Мне нравится то, что у детишек вариант идет с ремешком сзади, который можно вперед убрать. Внутри, если посмотреть, вот так вот они выглядят. В общем, классные, классные. Очень-очень рада я, что купила за 199 рублей, потому что мы вчера ходили по магазинам, они везде стоят рублей, ну, минимум 400-600 рублей. Следующая класснючая тоже новинка. Я даже... А, вот, 55 рублей, здесь написано. Я купила аккумулятор холода. Вот подобное я еще не покупала. Если посмотреть состав, то сюда входит полиэтилен и гель. И состав геля здесь тоже указан. Посмотрите. Помните, в предыдущем обзоре я покупала маленькую такую портативную сумку-холодильник. Вот для нее я этот аккумулятор холода и купила. Это настоящий антистресс. Вы знаете, внутри действительно этот аккумулятор наполнен гелем.
Он мало того, что он красивый, зараза, он еще такой прям приятный, податливый, его очень приятно трогать. Это очень-очень классная штука, особенно летом, когда постоянно какие-то ссадины, ушибы, синяки, даже не синячок приложить. Я знаю, что девчонки, кто-то использует их даже как охлаждающую маску на глаза, представляете, из холодильника вынимают просто и кладут вот такие две штучки. Так что вот такие лайфхаки можете брать на вооружение, а я, конечно же, в сумочку закину. Плюс еще дизайн классный, я купила с ананасиком, был еще там с котенком вариант, по-моему, то ли апельсин, то ли грейпфрут, ну, короче, разные такие веселые варианты, 55 рублей, отличная цена, но единственное, пахнет неприятно, пахнет резиновой лодкой, надувной какой-то игрушкой, вот, ну, ничего, ладно, проветрится. Дальше я еще купила вот такую классную игрушку, причем я ее видела еще в прошлый свой поход, но тогда я подумала, что ну как-то мне стало страшно покупать младшей доченьке своей. Игрушка называется деревянный пазл трек, а потом я подумала, а чего я боюсь, это же дерево. И если посмотреть состав, то в состав входит дерево, клей. Для детей старше 3 лет написано, но, конечно же, 3-летнему ребенку, ну, на мой взгляд, это вообще не интересно. Стоимость данного набора 99 рублей. Веселая игра развивает координацию и мелкую моторику, плюс еще можно зверей поизучать. Ну, короче, это то, что надо годовалому ребенку. Сашеньке нашей пока 10, правда, месяцев, но она уже любит вот какие-то такие мелкие детали передвигать, плюс еще и дерево вот на таких подставочках. Ух ты, посмотрите, какая вообще классная. Мне нравится то, что это не одноразовая игрушка, тем более за 99 рублей она останется, в принципе, надолго. Вот поиграл ребенок у вас один день, вы уберите его куда-нибудь в шкаф и вытащите через недельку. И ребенок, конечно же, как с новой игрушкой, с интересом будет снова передвигать и играть ими. По тематике можно как раз зверей передвигать. Допустим, Мишка живет на Северном полюсе. Панду мы переместим сюда, потому что панда у нас любит бамбуковые стебли, листья. Так, тигр, дельфин, слон. Ну, вот так вот. Класс! Я думаю, что даже ребенка 3 лет, кстати, может заинтересовать как раз-таки расставить все по тематике, но заинтересовать максимум на 5 минут. Конечно же, это для маленьких детишек и гремит, и плюс еще безопасные, относительно, да, безопасные материалы, это не пластик, это дерево. Класс, я прям очень довольна. Ну, вообще, да, сегодня я в восторге от каждой своей покупки, девочки. Еще появилась в магазине Fix Price вот такая игрушка Маша и Медведь. Соня у меня как раз собирает коллекцию, и обычно вот этот набор свитбокс стоит 159 рублей в магазине Пятерочка, иногда он бывает там тоже по акции 99 рублей, 100 рублей, я вот купила за 99 рублей. Здесь совсем-совсем, ну, ради галочки только мармелад лежит, но это даже хорошо, сладкого много детям нельзя, и плюс коллекционные вот такие игрушки, у нас уже, по-моему, 4 игрушки есть, вот, так что я думаю, что ребенок будет рад и счастлив, игрушки, кстати, там классные. И еще за 55 рублей я купила чупа-шар. Вот так вот он выглядит. На сей раз там были вот эти герои в масках. В общем, купила героев в масках. Еще я постоянно покупаю семечки Дон Семи с морской солью. Уже много-много раз говорила, что я просто так ем. У меня ребенок обожает эти семечки, Сонечка. Семечки это полезно. Мне в подпрошлом видео написали, что как можно ребенку давать семечки. На самом деле лучше давать семечки, чем тот же самый, вот эти чупа-шары те же самые. Потому что здесь микроэлементов много полезных. Почему ребенку не давать? Я сама люблю в салаты добавлять и выпечку, и хлеб я очень люблю с семенами. Из еды еще, знаете, что купила? Вот это прям мне так стало интересно. Я раньше никогда не видела чокупай с бананом. И мы, конечно же, уже попробовали, как только приехали из магазина, попили чай, и, вы знаете, мне понравилось. Конечно же, здесь банан, ну, такой химический слегка, может, даже не слегка химический бананчик, но мне этот чокупай понравился. Для разнообразия можно купить под чаек, под кофеек, вот так вот идет. Еще я купила то, что я постоянно покупаю, это подушечки Витьба, стоимость, по-моему, 27 рублей. Подушечки с какао, здесь 130 грамм. Неплохой, но не самый ужасный у них состав. На самом деле это просто вкусно и относительно даже чокупай более или менее безвредно. Вот, поэтому мы любим подобные подушечки. И, наконец-то, это все
все, что я сегодня купила. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно со мной провести вот это время и посмотреть данный обзор. Обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось, что вы покупали уже из того, что я показала. И встретимся с вами в моих новых видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, не забывайте подписываться, не забывайте оценивать видео, нажимать на колокольчик, все дела. В общем, да, пока-пока!